Меня зовут Глеб Бочков. Я из Москвы, я актер. Пишу стихи, снимаюсь в кино, играю в театр. Были пробы года, по-моему, 2 назад, если не ошибаюсь. Да. И были пробы, сначала онлайн-пробы, как называется, сейчас скажу. Вылетело из головы. Ну, в общем, когда записывают по видео пробы, то есть не очной, а через телефон. И потом меня уже позвали на очную встречу с режиссером, мы попробовались, нашли общий язык и влюбились друг в друга. И начали работать. Ну, я думаю, это классическая история. В основном всегда актеры ждут, ну, приличное количество времени. То есть процесс может занять, ну, где-то около месяца, наверное, суммарно. С получения сценария до окончательного утверждения. Я думаю, тут также было плюс-минус. В основном это Москва и Московская область. Сцены. Вот недавно на карантине, когда вот был карантин, то есть сколько это, уже год назад, офигеть, тем летом мы снимали драку в ринге бойцовском с, ну, по-моему, с каскадером, который должен был по сценарию меня дубасить очень сильно. И из-за того, что было много дублей, я помню, что я спал с убитым, разбитым телом, потому что было действительно больно. Пришлось и падать, и получать по лицу, по телу. Было неприятно. По правде, я не всегда читаю сценарий. Я всегда читаю пару сцен. И по ним всегда понятно плюс-минус, какое направление, что это, что играть. Вот. И тут больше мне очень важно, чтобы с режиссером был коннект. И вот когда мы с Лерой встретились первый раз, как-то стало понятно, что меня все устраивает, я очень доволен ее, она тоже мной довольна тем, что я делаю. И, соответственно, мы друг другу доверяем. Соответственно, у нас возникает какая-то энергетическая связь, назовем ее так. И дальше необходимости читать сценарий уже нет. Потому что самое главное случилось. А всегда по-разному, абсолютно всегда. В случае с Лерой и женской версией, в первую очередь она объясняет, что это за сцена, потому что сценарий огромный, это сериал, куча серий, и очень тяжело все держать в голове. Актеры не такие талантливые и крутые, как режиссер, поэтому она все знает, все помнит, все говорит, когда ты пришел оттуда, то ты уже виделся с этим, ты делаешь что-то. То есть, в первую очередь, ну, напоминает, что сейчас сюжетно. Разводит сцену, то бишь, говорит, кто куда идет, кто где, какую реплику говорит, и, соответственно, объясняет смыслово, что мы здесь играем. Ну, именно актерские задачи расставляет. Вот, и после этого, соответственно, на съемку. Рабочий день 12 часов. Как бы официально. Можно, актер может приехать на одну сцену. Может приехать на сцену, где у него нет текста, где ему надо пройтись в 300 метрах от камеры, просто пройтись. Если это для актера называется easy money, мы это называем. Когда ты приезжаешь на 10 минут, тебя час гримируют, ты там сидишь, ждешь, выходишь, там 300 метров тебя не видно, проходишь, все снято, ты уезжаешь домой. То есть там на 40 минут ты приезжаешь. Всегда по-разному. Касательно женской версии, из-за того, что у меня одна из главных ролей, там все-таки easy money было очень редко. В основном это полноценный 12-часовой рабочий день. Очень-очень-очень теплые ребята были. Илюха Коробко, Соня Ардова, исполнительные главных ролей, еще вот до меня, которые там как бы с самого начала. И Лера сама, создатель дикой теплой атмосферы на площадке. И буквально не то, что с первого дня, а с первой секунды, как я пришел только на площадку, как-то очень, я понял, что все очень тепло, по-дружески, легко и комфортно.
текст присваиваю с трудом, потому что его пишут вот люди, с которыми вы уже общались. Мы все-таки из разных поколений, они пишут чуть-чуть языком постарше, нежели которым я общаюсь. Но, опять же, огромная благодарность Лере за то, что она позволяет менять, менять текст под себя. То есть, если мне удобнее сказать по-другому, по-молодежнее и как-то, то у меня полный зеленый свет на это. А учусь трудом, у меня не лучшая память, поэтому зубрю. Ну, опять же, огромная благодарность партнерам, потому что до каждой сцены, пока мы переодеваемся, перегримировываемся, у нас есть там буквально 5-7 минут, когда мы просто кидаем его друг к другу, дабы друг с другом его выучить. И это очень облегчает задачу. То есть в одного очень тяжело учить, а когда ты с партнером, как бы вы друг другу кидаете реплики, раз-два-три, и они как-то в голове успокаиваются. Особенно, когда, например, мы снимаем не на улице, а снимаем в каком-нибудь помещении в одном и том же. С 8 утра там, до 8 вечера. Последние там 2-3 сцены уже голова не соображает, душно, много народа, у тебя маленькая комната, в которой съемка происходит. И ты уже просто существуешь на каких-то божьих силах абсолютно. Поэтому очень много расколов, очень много забываем текст, ну именно вот когда уже голова не валит. Но очень весело и задорно. Могу. У меня есть любимый случай, он тоже был летом. Там история, там матерное слово. Ничего страшного. Не помню, к сожалению, как зовут артиста. Очень хороший артист. По-моему, Александр. Пусть будет Александр. Была сцена, мы его допрашивали. По поводу его сына, который... То ли убил что-то, то ли, в общем, попал в какую-то, вляпался на хорошую историю. И он очень серьезный человек, и артист, и очень играет, очень серьезного джентльмена. И у него голос такой низкий, бархатный. И он, у него огромный монолог, он что-то говорит про сына, говорит. И потом у него фраза такая, и он умер. И мы видим, что он забывает текст, он очень серьезно смотрит, и так говорит, и он умер. Ну и хуй с ним. Да, это мой любимый эпизод, я его до сих пор помню. Я не знаю, вышли ли эти... Ну, как бы у нас сериал «Зелен», как бы одна серия, это две части. И вот до Нового года вышло, по-моему, 8 серий. А остальные, я не знаю, до этого я все смотрел. Вот, например, сцена с дракой, которая... все, что вот до Нового года я видел, конечно. Отвратительно. Мне очень не нравится. Я поэтому всегда смотрю один и под одеялом прячусь. Мне не очень комфортно. Не знаю. Найти коллектив и место работы, в котором будет действительно очень комфортно и хорошо, я думаю, вот это. Потому что это очень мало. Да. Наверное, к сожалению или к счастью, да. Да. Но вот тут благо, в случае женской версии, мне кажется, что это один из немногих случаев, когда меня позвали. Меня обычно зовут на каких-то, знаете, красавчик, мажор, наглый. Ну, вот такие стереотипные какие-то определения. А здесь, мне кажется, получилось немножко по-другому. Все-таки Никита, роль, которую я играю, чувак из провинции такой, который разговаривает немножко на полужаргоне таком. И мне кажется, это немножко другое. Мне хочется в это верить. Во-первых, то тепло, с которым проект создается. Потому что я, когда смотрю на Леру, вижу, как она уже спасла. Она же еще монтирует параллельно. То есть она не... Это мы приехали там на 12 или на пару часов поработали, уехали. А у нее в голове там, ой-ой-ой, это все смонтировать, это все помнить, сценарий, чтобы не было
там каких-то недочетов, группа огромная. Вот, то тепло, с которым она это создает, и вот эту атмосферу, которую она создает среди людей на площадке. Партнеры, я очень обожаю прям всех, кто там играл и играет. Очень обожаю Жандарова, который главную играет в 80-х, вот в части 80-х. Вот, поэтому одни плюсы, одни плюсы. Самое главное, это то, что ну, актер — это муравей, это вообще самая последняя инстанция в кино. Самая последняя, самая ненужная, убогая и используемая. То есть, ну, выходит фильм, у нас фильм, о, ты видел фильм там, условно говоря, с таким-то актером. А он, ну, как бы последний человек, потому что сделать кино — это... Ну, когда актер входит в кадр, это последняя точка, потому что до этого была проделана колоссальная работа сотен других людей. А все лавры в итоге достаются актеру. Вот мне не очень это нравится. Вот. И, наверное, еще самый большой стереотип. Ну, в эту профессию в основном идут за какой-то, за славой, за популярностью. Мне кажется, это тоже не очень правильно, потому что это, ну, тоже не первостепенная вещь далеко. Вот. Меня узнают, но крайне редко. Я на той стадии узнавания, знаете, когда, о, это же, я вас где-то видела. Я говорю, я вас тоже. Вот так вот. Меня по Инстаграму даже чаще узнают обычно. Вот. Нежели чем по именно фильмам и сериалам. Потому что, ну, сейчас же такое время, когда очень-очень много контента. Очень много. YouTube, различные площадки, сейчас их там десятки открылись. Вот, поэтому сейчас уже к Урганту сходить, это не значит, что там, условно говоря, на тебя подпишутся лишние 100 человек, потому что столько всего вокруг происходит, что за всем уже не уследить. То есть, если там, я не знаю, 3 года назад сходить к Урганту, это значит, что вау, то сейчас это, о, очередной, ну, то сейчас все очень, знаете, мне кажется, все так в хорошем плане приземляется, что вот этот культ, что ты, о, он на телеке, он потихоньку уходит. Что, и нет вот этого отношения к людям, как, ой, ух ты, это какая-то катастрофическая звезда. Потому что сейчас все очень на расстоянии вытянутой руки. Ну, то есть, это я со знаком плюс говорю, что это круто. Я начал бухать, чтобы жить и есть. Отвратительно. Еще государство мне не выплачивало. Я не попал по... Не знаю этих умных слов, но, короче, оно меня не поддерживало. Даже там сколько у меня друзьям некоторым выплатили по 14 тысяч или по 12, что-то такое. Даже под эту минимальную помощь я не попал. Было трудно. Трудно, скучно, отвратительно. Творческих людей нельзя в клетку запирать, потому что начинается какое-то саморазрушение. Ну и мне еще мозгов не хватило как-то с пользой это время провести. Все заглохло. Абсолютно все у всех. Кто-то поначалу пытался тайно снимать. Я даже чуть-чуть снялся тайно, но это тоже прикрыли все. Вот тогда, год назад, в разгар, да, заставляли. Сейчас нет уже, сейчас нет. Вот. Но я переболел вот буквально недавно, поэтому у меня есть, наверное, на полгода точно хорошая прививка уже, натуральная. Это режиссер, помощник режиссера, скрипт. Это партнеры, постоянное взаимодействие с партнерами. Это звук.
звукоцов. Это оператор, и это светики, ну, которые свет выставляют. И реквизиторы, и актер взаимодействует со всеми. Потому что ему не только нужно сыграть, ему нужно еще не наложить какое-то действие на реплику, чтобы звук не испортился. Ему нужно встать в определенную точку, чтобы попасть в свет, чтобы это по камере было, да развернуться правильно. А следить за реквизитом, там, не сломать его, не использовать по назначению, чтобы он еще там в кадр попал. Ну, то есть это постоянное взаимодействие абсолютно со всеми. Там, дай бог, если сыграть что-то получится в этой каше в голове, то здорово. Трудно сказать, потому что в театральных, по крайней мере, когда я учился, не учили работе в кино. Там все-таки целенаправленно исключительно театр. И если кто-то идет сниматься, его называют проституткой, гондоном и предателем. То есть, ну, очень редко, ну, конечно, очень редко в мастерских позволяют в раннем, как бы, возрасте уже отлучаться. Поэтому не помогали, не содействовали, и наоборот, иногда мешали даже. Вот. А так как я не пошел в классический театр, ну, в труппу, не знаю, что там происходит. Но кто-то, очень много кто жалуется, кто-то доволен, кто-то искренне любит театр. Вот. Но театр прям надо любить просто. Буквально сразу, потому что они постоянно ходят. С первого курса у нас есть экзамены, показы, различные истории, на которые мы вольны приглашать кого угодно. Там родители, друзей, соответственно, агентов. И они ходят, сразу выбирают, вот ты, давайте пробуем. То есть это не какое-то большое, не big deal, короче. Это прям с первого курса почти у всех. Не знаю, потому что их особо уже нет. А осознание того, что очень хорошая есть фраза, что это из-за того, что считается, что актер — это все-таки, ну, такая используемая профессия, то есть расходный материал, то очень важно немножко менять мышление и считать, что это не тебя выбирают, а ты выбираешь. То есть не ты приходишь на собеседование, где ты должен понравиться, а ты приходишь смотреть, будет ли мне комфортно работать с этими людьми? Хочу ли я с ними работать? Это очень важно. То есть, ну, именно чуть-чуть поменять мысль. Вот. Не знаю, мне с детства все говорили, что мне надо идти клоуном. Ну, каким-то дурачком людей развлекать. Потому что я всегда развлекал свой класс, учителей. А вот попробовался, не поступил с первого раза, пошел на журфак МГУ. А потом, через год, там на журфаке уже из-за того, что поступил, ну, со второго раза, на журфаке просто перевелся на заочку. Мне тоже очень приятно. Спасибо большое.